Я сейчас в Фейсбуке, я же блогер в Фейсбуке, и у меня 5000 друзей, и сколько там, 8 или больше, 10 тысяч подписчиков. И я написала такую фразу. Я побывала в Уфе, и теперь знаю, где родину не продали. Ее не продали в Уфе. Родина – это кинотеатр государственный, где мы показали сейчас «Снежную королеву». Она блестяще прочла. И я говорю, что 10 лет назад мне Миронов попросил выступить на Совете Федерации, он когда был третьим лицом в государстве, чтобы я прочла доклад о том положении, значит, кинематографа. И я побывала только что в этом Волгограде. Я приехала и специально так говорю. Победу продали. Нашу победу продали. На ней вот такой амбарный замок висит. С родиной еще хуже. Родину продали, а так бесхозная и стоит. Я специально опускала слово кинотеатр. Понимаете, да? Так вот, у нас только по Москве 40 кинотеатров, которые продали, и так бесхозные и стоят. А в них могли идти наши фильмы. А если по стране взять, сколько у нас вот этих государственных, бывших государственных кинотеатров? Раньше, помните, отбирали у детей детские сады? Все детские сады отбирали, продавали, и все. Сейчас возвращают. Ремонтик сделали. Ой, не-не, мы ошиблись, здесь вот нужно детский сад. Иначе у меня все убегут с работы. Вот, поэтому вернуть государству прежде всего эти кинотеатры. А если мы вернем кинотеатры, у нас баланс появится. Значит, обязать их 70% показывать только российское кино и 30% другого кино. Обязать, они государственные. И тогда чуть-чуть вектор сменится, тогда будет для кого делать фильмы. Сейчас делать фильмы безрезультатно. Нету наших кинотеатров, их очень мало. Вот. И на мой призыв, где родину сохранили, там такое началось в Фейсбуке, говорит, ой, у нас вот продали родину. Так, ну, кинотеатр называется. Этих родин было в каждом городе там по две, по три. Название. Ну, название, ты хоть в голове твоей, может мэр города этого понять, что ну да, ты крадешь этот кинотеатр, ты 50% берешь себе в карман, и там 20% ты кому-то это продаешь. Это же на это построено, да? Мэр продает это все хозяйство. Ну, ты хоть прочти название, родина, победа. Че ты продаешь-то? Ты что продаешь? Ну, не будем о грустном. Я сейчас замечательно все-таки были потрясающие премьеры «Снежной королевы». Вот. И вы знаете, что мне приятно? Дети в конце картины кричат от радости. Там есть такой момент, я не буду его раскрывать, связанный с главной героиней. И буквально крик от радости. А один молодой человек, 4 лет, подошел и сказал, а я, мама заплакал в конце. А от чего? От радости. Вот чтобы у детей была радость. Спасибо вам.